Через сколько минут приедет нужный автобус, по какому маршруту он следует и можно ли на него успеть? Если раньше об этом можно было только догадываться, то сегодня вы узнаете о передвижении того или иного маршрутного транспорта с помощью приложения Яндекс.Транспорт, которое следует установить на смартфон. К слову, бесплатно. Работает интернет-сервис просто, разберется даже ребенок. Можно выбрать остановочку и посмотреть все виды транспорта, которые проходят через нее. Также в ближайшее время прохождения этого транспорта, причем более частые маршруты показывают не только первое время, но и второе, бывает и третье. Например, выберем остановочку. И пока 15-я маршрутка, через 6 минут, через 8 минут будет. Для каждого транспорта свой цвет. Зеленые – это автобусы, серые – маршрутки, фиолетовые выделяют путь следования, а синим обозначены остановки. В июне добавится еще один цвет – для троллейбусов. Пока они не включены в приложение. Для каждого вида транспорта указан номер маршрута и все остановки в пути. Пользователи могут посмотреть, куда они идут и когда будут на ближайшие остановки. А если нужен конкретный автобус, можно наблюдать только за ним. Найти его на карте легко по номеру маршрута. Данные Яндекс получает от городских и частных компаний, установивших на транспортных средствах специальное навигационное оборудование. В каждом транспорте установлен навигационный терминал, который получает координаты местоположения его. И эти данные через наш сервер передаются в Яндекс.Транспорт. Это была разработка совместно с фирмой Tekensoft, которая нашу навигацию поддерживает и предоставляет передачу данных от нас Яндекс.Транспорт. При дальнейшем развитии и реализации данного проекта планируется внедрение так называемых умных остановок. То есть эта же информация, которая поступает и данные генерируются, мы можем увидеть и на остановочных пунктах. Будут электронные табло, на которых данная информация также будет выводиться, и пассажир будет знать, через сколько конкретно времени придет то или иное транспортное средство. Новый сервис призван улучшить качество работы общественного транспорта. Отныне пассажирам легче планировать свое время и поездки. С появлением в системе маршрутов следования троллейбусов движение городского транспорта и вовсе можно будет считать прозрачным.